Наверное, в любой глубинке есть свой умелец, который творит у себя в гараже самые невероятные и невообразимые творения. Самодельщиков в нашей стране огромное количество. Бесспорно, каждый хорош по-своему. Если не судить слишком строго, у большинства рукастых мужиков получается создавать потрясающие экземпляры. В основном все переделки создаются на базе советских грузовиков. Например, взять ГАЗ-66. На его базе собраны тысячи самоделок. И вот совершенно случайно я наткнулся на этот аппарат. Он меня очень сильно удивил. К сожалению, совершенно нет подробной информации, для чего машина была создана и какой у нее установлен двигатель. Зато известно, что базовым шасси послужила «Шишига» — советский грузовик ГАЗ-66. Если заметили по фото, то база жестко зафиксирована кузову автомобиля. Что касаемо кузовной части, выполнено все на профессиональном уровне. Чего только стоит передок, решетка радиатора, крылья и остекление. Данная машина была обнаружена в глубинке города Абакан. Ее продавали за 850 тысяч рублей, хотя несколько лет назад продавали за 3 миллиона рублей. Экстерьер автомобиля без излишней роскоши. Салон от какого-то внедорожника. Я уверен, что у вас есть что написать в комментариях под этим видео. Какое ваше мнение об этом автомобиле? На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!